Сегодня около полуночи в Екатеринбурге канализация сгубила иномарку. Напротив дома 90 по улице Куйбышева расположился канализационный люк с полуоткрытой крышкой. По причине короткой ночной видимости водитель Opel Vectra эту засаду вовремя не приметил и проехал прямо по ней. От удара тяжеленная крышка люка отлетела на несколько метров, чудом не лишив жизни группу молодежи, намеревавшейся перейти дорогу. Я как раз проходил мимо, отлетел люк, и знаете, такое было ощущение, что он просто сейчас летит мне по голове, так можно сказать. Знаете, это что-то... После такого унизительного канализационного потрясения Opel просто потерял управление и метнулся на встречную полосу. По счастью, в это время по ней никто не двигался, но по несчастью нашлась одна машина, которая не двигалась. Хозяин 99-х «Жигулей» припарковался у магазина, а когда вернулся, застал ее пораненной, правда, не очень сильно. Особенно в сравнении с развороченным «Опелем», на который было просто больно смотреть. «Жигули» спасло то обстоятельство, что иномарка ткнулась в них, что называется, на излете. Ведь от места встречи с позорным люком водитель «Опеля» усмирял своего раненого скакуна уже метров 150. В ближайшем будущем владелец «Опеля» намерен затребовать компенсацию за свой покалеченный автомобиль. Правда, для этого нужно еще вычислить организацию, которая отвечает за этот колодец. А практика показывает, что зачастую сделать это весьма непросто.